Я тебе сказал подписаться. Подписался? Нет, поставил лайкосик. Ну, если да, то я тебя отпускаю. Всем здорово, бандиты и бандитки. С вами, как всегда, спикер. И продолжается RDR 2 моды. Дорогие друзья, сегодня вышло снова вышел скрипт, снова вышел тренер, который появился в меню. То есть, понимаешь, у нас есть два тренера рабочих. В этом тренере тоже появилось меню, и она намного удобнее и масштабнее. Версия тренера 0.6.1. Сегодня также будет экшончик, сегодня также будем рассматривать все возможности этого тренера. И, конечно, бери вкусняшки, бери попкорн, бери бабушкины пирожки. И мы сегодня начинаем обозревать, что здесь добавил разработчик, понимаешь? Что-то он добавил, что-то он изменил. Добавил, главное, понимаешь, разных плюшек, интересных плюшек добавил. У нас есть игрок, GodMod, все элементарно и просто, взял и включил. У нас есть еще, есть супер прыжок, смотри, можно включить, то есть отключить шрифа. Мы берем и отключаем шриф, теперь можем спокойно устраивать полный беспредел. Есть высокий прыжок. Да, это интересно, смотри-ка, реально. Этого не было в том скрипте, то есть, понимаешь, что-то новенькое добавил. А мы, как сейчас, знаешь, как зеленый Халк, будем прыгать вот с этого обрыва. Такой можно устроить только реально с модами, дорогие друзья. Обалдеть, ты посмотри, как красиво пролетел. Ну, понимаешь, это не та красота, которую я хотел тебе показать. Не-не-не-не, совершенно все другое. Весь в крови, весь избитый. Требует лайкосики, подписончики, видишь, у нас главный герой. Я хотел, знаешь, включить камеру. Ну, прыгай, прыгай. Артур, погоди-ка, давай. Вот это да. Ну, реально прикольно, реально угарно. Потому что это RDR 2, потому что это моды со спикером. Он устал. Нормально. Он бессмертный, но он устал. А мы включаем вот такую камеру. Смотри, как эпично все смотрится. И давай, давай, Артур! Как я только на ним не издеваюсь. Не, это еще цветочки. Так, окейшки, что есть еще? Шрифт нас доставать теперь не будет, это точно. Нажимаем F5 и все работает. У нас также есть что-то интересное. Добавить денег есть. Деньги. Много денег. Это здорово. Смотри, можно реально сотни баксов. 1000 баксов можно себе наделать. Там, смотри, животные есть. Для животных тоже есть отдельная плюшка. Это оружие. Так, мы тут все посмотрели. Самое, знаешь, интересное, самое топовое. Ну, конечно, можно превратиться в кого угодно. То есть здесь не весь полный список. Нужно просто брать и добавлять самому. Там есть все. Все ссылочки есть в описании. Можете почитать инструкцию и сделать сами. Кого угодно. Волки, лоси мы смотрели. Пускай останется Артур наш. Тележка. Я хочу смотреть дальше и показать тебе самые интересные плюшки этого мода. У нас есть оружие, понимаешь? Оружие добавить можно все, что угодно. Все, что есть в РДР. У нас есть, смотри, смотри, что у нас есть. У нас есть револьвер, у нас есть цель. А какой паразит, раскидал всех цели. А это не беда, в принципе, знаешь, это не беда. Давай-ка, Артур, прыжком. Ну, нужно... погоди, а есть быстрый бег? Я не смотрю, кстати, быстрый бег есть, а его нету, понимаешь, его нету. Это выключен супер год мод. Окейшки. Мне нужно какое-нибудь животное. Я хочу, знаешь, показать тебе... Вон животное. Оружие. Оружие добавить можно. Можно включить... Где? Погоди. Не том. Можно включить бесконечные патроны, кстати. Это тоже очень хорошо. Ну, понимаешь, я хочу вот это. Я хотел вот это. Так, мне нужна цель какая-то. Понимаешь, мне нужна какая-то цель, чтобы показать, насколько все офигенно. Можно сделать своих телохранителей. Это у нас было. Можно вот так респануть, но они, знаешь, проработаны намного теперь лучше. Я могу дать им оружие. Смотри, мы выбираем оружие для них. Какое угодно. Можно даже коктейль молотов. Дробовичок. Это что у тебя появилось за спиной? Пушка. Стой, отойди. Отойди, бандит, отойди. Я хочу вот это. Ты посмотри, как он отлетел. Обалдеть, да? Реально. Здорово, Артур. Ты куда пошел? Ты должен, по идее, меня защищать. Что я накосячил с этим? Погоди. Я слишком много плюшек добавил.
Ух, взрывы. Это у нас взрывы. Мне не нужны сейчас взрывы. Что? Что за кирки? Что за индейцы? Камни падают. Обалденно все смотрится. А, вот что я включил. Все, все разобрался. А не, погоди, погоди. Что-то я включил. Вот, включил. Все, все разобрался. О, вот это то, что нужно. Вот это то, что нужно. Этого достаточно, смотри-ка, реально. Разрывные пули, это офигенно, понимаешь? О, еще одна телега. А можно включить вот такой режим и расстрелять? Ух! Ты посмотри! Телеги ни черта не осталось. Обалдеть! Если нравятся RDR 2 моды со мной спикером, ты, конечно, ставь лайкосик, подписочек и пиши в комментарии, снимай еще ролики. Меня это мотивирует, я буду снимать. Как знаешь, как только вышел новый мод, я буду снимать сразу же. Слушай, а можно в прыжке стрелять? А не получается, жалко, да? Так, знаешь, в прыжке было бы офигенно, так знаешь, отстреливать бандитов. Это все офигенно. Но нужно, понимаешь, попасться в город. Мне нужно полететь в город. Да, сейчас мы полетим в город. Да, это все здорово. Ну, понимаешь, нужно пострелять в кого-нибудь. Откуда я прибыл, кстати? Где в город? В какой стороне город? Давай на карте мы обозначим городок и поедем туда. Ближайший городок. А вот он рядышком. А где я, кстати? А вот он рядышком. А тут недалеко, в принципе, можно даже, знаешь, в припрыжку. И смотреть дальше, какие есть у нас моды. Животных, животных. Животных реально дофига в РДР. Это, знаешь, бегаешь по лесу, выбегаешь из леса, и выбегает и лиса, и олень, и зайц, и кролики. Кого только нету в РДР. Это реально здорово, но есть на кого поохотиться. Артур, ты не научился быстро плавать. Так, что у нас есть еще интересного? Я в розыске, но это не беда, потому что я бессмертный, я готов надрать задницу каждому здесь, но пока никого не вижу. Есть, конечно же, а дальше идем. Добавить своих телохранителей, это все понятненько. Понимаешь, что мы добавляем, выбираем скин. Выбираем скин. О, офицер. Офицер еще один. Добавляем им оружие. Ты куда пошел? Огонь. Ребята, вы будете стрелять? А, они испугались. Понятно, мод еще сыроват, они, как ты знаешь, разбегаются. Когда, знаешь, какой-то кипиш такой определенный, они разбегаются. Ну, хорошо, у нас есть спам. У нас есть спам, конечно же, лошадок. Виды лошадей тоже полный список есть в описании. Ссылочка там все есть. Кому-то нужна помощь? Нет, помогать я не буду. Я хочу наоборот, понимаешь? Во, охота теперь будет, знаешь, самая эпичная. Интересная шкурка попортилась у нашего животного. Ну-ка, погоди. Стой, стой, стой. Стой, моя хорошая, стой. Стой на месте. Сейчас, батя посмотрит. Шкурка испортилась, нет? Не видно. Звездочек, походу, шкурка испоганилась. Таким большим взрывом. Выбираем другую лошадку без проблем. У, какой жеребец-то. Все, это свободная лошадка. Там какие-то перестрелки, я не вижу, где это находится. На карте тоже ничего не вижу. Поскакали в город и по пути дальше смотрим, что тут есть еще интересно. Спавн у нас, конечно же, любых персов. Тоже список нужно добавлять, его менять нужно, потому что, понимаешь, полный список, его нет. Я могу, знаешь, респавнуть волков. Ой, беги, беги, беги! Артур! Обалдеть, слушай, может целую кучу волков респавнуть. Я уберу эту менюшку. Воу-воу-воу, тихо, 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 у меня пушка супер, держи. Обалдеть, смотри-ка, как забавно. Реально забавно, знаешь, когда отстреливаешь с одного. Воу, сколько дичи, посмотри. Огонь по ней. Огонь по дичи. Сейчас мы далеко, понимаешь, слишком. Пуля не берет так далеко, знаешь, словно целая пушка. Там кто-то стоит, видишь, так издалека. Я, конечно, хочу попробовать. А, патроны кончились. Не беда, конечно же. Мы включаем себе патроны. Все, включаем патроны. Бесконечное количество. Смотри-ка, теперь будет офигенно. Смотри, как расстреляем мы его. Огонь! Прям в полете. Слушай, от него чего-нибудь осталось? Давай глянем сейчас. Мы дальше глянем сейчас. Ты понимаешь, нужно все разобрать по порядочку. У нас не спешим. Разбираем этот мод. Как он... А где твои руки, ноги? А вот твои... Жареное мясо. Кому жареное мяско? Слушай, разорвал его в прук и прак. Ну, сейчас пойдем в город. Ты понимаешь, чем попахивает? Попахивает порохом. Будет жарко, я тебе гарантирую. Так, идем дальше. Лошадку респанем. Это лошадки. Это у нас персов, понимаешь, можно волков.
кого угодно. Кого угодно и в каком количестве. Погоди, где я? Не респанулся? Не вижу. Не вижу никого. О, шериф. Местный шериф. Я в розыске. 300 баксов. Тебе надо? Бери меня живьем. Или мертвым. О, лошадка. Прискакала лошадка, возможно, шерифа. Но он пошел пешком, прогулялся. А нет, смотри, он сел. Здорово. Хм, здорово. А у тебя будет лошадка? Или ты сядешь к нему? Там еще вторая пришла. А как вы так появляетесь? А где вы появляетесь? Я так и не понял. Так, еще одного. О, у него реально есть лошадь. Смотри, обалденно. Так, респануть можно чувака. Ну, мы этих смотрели всех персонажей, их просто нужно менять и все. В текстовом файле. Ну, шериф намного грамотно смотрит. Видишь, шериф? Ты что, хочешь мою лошадь взять? А ну-ка, канай отсюда. Канай отсюда, пока я добрый. А что будет, если его расстрелять вплотную этими пулями? Давай-ка же посмотрим, насколько... Топает сюда. Погоди, погоди, я не потопаю, пока с тобой не разберусь. А давай-ка же включаем. Прицеливайся, Артур, прицеливайся. Да, в кого? В кого целиться? Погоди, погоди, погоди. В чем проблема? Все, все нормально. Стой, стой на месте. Все в рассыпную. Огонь. Воу-воу-воу-воу-воу. Обалдеть, бедный лошадка, он загорелся еще. Кусок мяса поджарили. Поскакали в город, поскакали, там устроим. Что у нас по порядку смотрим? По порядочку смотрим, что у нас дальше. А, понятно, спам в пенсу. Персов, каких угодно в любом количестве. Сейчас мы респанем, это кто? Заключенные избежали, смотри-ка. Заключенных дофига можно респануть. Давай-ка поднимемся в горку, там найдем полянку и респанем. Много-много заключенных и будем, знаешь, их ловить с помощью лассо. Оп, реально забавно, да, у нас есть лассо, есть динамитик, а револьверчик вот здесь. Заключенные будут нападать на город. Обалденно придуман. Смотри, смотри. Тормози, лошадка. Стой, стой, стой. Стой, моя хорошая. Давай-ка респанем. А сколько их? Главное, понимаешь, чтобы игра не зависла, а то нужно иметь не наглость такую. А нужно просто ждать. Видишь, отошла от этого места, нужно подождать. Либо просто нужно быть в движении. Вот так, в движении. Респанули. Во-во-во. А нет, не получается. Определенный радиус. Все. Заключенные есть. Заключенные убегают, понимаешь? Некоторые убегают. Но наш Артур готов поймать их всех. Конечно, не будем мы никого сейчас ловить. Вот, поймали. Отпускай, отпускай его. А давай-ка свою пушку, свою крутую пушку, Артур. И посмотрим, как это дело можно раскидать быстренько. Так, ну, включайся. Орлина... А, у нас уже нет орлиного газа. Ух, я и так раскидаю их всех. Куда собралась, моя хорошая? Кусок мяса. Просто без шанс, ты понимаешь, жестко расстреливаем. А это кто, заключенный? Ты кто? Или шериф местный? Ты видал, как подбросить, как мячик. Что у нас есть дальше? Понятно с этим. Можно респануть также любое транспортное средство. Но тут не весь список, потому что и нету полного списка. Конечно, все есть в описании, друзья. Можете просто добавлять в текстовый файл. И весь транспорт, он будет добавляться. Но этот мод уже, этот уже тренер... Так погоди, лошадка. Этот тренер уже с меню. Да что такое? Погоди, погоди, ну-ка, привоскай. Привоскай ее. Пока ее привоскай, я расстреляю. Обалдеть, колеса как подпали. Где такой ты еще увидишь, понимаешь? Только с помощью модов. Она просто в бешенстве, как я отстреливаю здесь всех. Орлиный глаз. Бедный чувак отлетел. Погоди, а есть там у нас в моде? По игроку орлиный глаз. Или погоди, это ли оружие? А мне нужно, понимаешь, бесконечное количество нашего. О-о-о-о-о. Тихо, 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 моя хорошая. Успокойся, успокойся. Да смотри, какая дерзкая-то. Очень дерзкая, дерзкая. Нет, орлиного глаза я не вижу. Разрушаемость просто офигенно. Так, понятно все. Можно респондить любое транспортное средство. Его можно сделать неуязвимым. А, что у нас? Это удаление. Телепорт. В любую точку карты можно отделать телепорт. Понимаешь? Ну, не полный список. Нужно просто брать и добавлять. А, ребята, как ваши дела? Погоди, погоди. Там их четверо. Ребята, это ограбление. Тормозим. Тормозим. Всего лишь один шанс даю вам. Одна пуля для вас.
это же реально один выстрел, им хана. Погнали в город. Нам осталось последнее посмотреть, а это время. Время, погоду, ну, это все понятно, видишь, меняется. Погоди, что меняется? А, дождь, нужно просто Enter нажимать. В дождь. Солнце, снег, все есть здесь. Все офигенно, все работает. Туманность. Сделаем такую туманность, а скорость можно увеличить. Смотри-ка, можно уменьшить скорость, а можно увеличить игры. То есть будет долгие дни и длинные ночи. А перемотка времени. Времени показывает, это хорошо. Это реально здорово. А, ну, друг, мы все посмотрели. Это реально забавный тренер. Конечно, можешь скачать. Ссылка будет в описании, скачаешь. На все моды, которые делают обзорчики, все есть в описании. А теперь мы заезжаем в город. В город, город, город. Ойса, отойди. Ойса. Заходим в город, мы отключаем, наверное, шерифов, понимаешь, нужно устроить полный беспредел. Просто мы отключаем. Так, вот мод я оставлю, конечно. Супер прыжки я оставлю. Все, все, я готов. Я готов к бойне, все. Должны ребят теперь меня, по идее, найти, должны агриться. То есть я должен агриться, а они должны. Ух! Обалдеть, ты посмотри, как руку. Руку оторвало, живьем горит. Как он орет. Ну, понимаешь, у нас была серия по динамиту. Ну, это реально покруче. А ну, ребята. Даже не видно уже, куда стреляю. Реально, ноги. О, кстати, шляпа. Так что у меня нет шляпы. Тормози, тормози. Где они? Где перцы? Мы зашли в город. Дикий запад, ты понимаешь? Беспредел. Да какая-то она уже отсюда. Какая-то неугомонная. Шляпу бери. Артур, бери шляпку. Ну-ка, ребята, шляпку мою. Это дикий запад. Дикий-дикий запад. Кто у нас там, ваша? Пардон. Всех расстреляем, все горит. Это просто смотрится обалденно. Реально согласен со мной? Очуметь. Где мой орлиный глаз? Почему он не накапливается? По идее, когда мы убиваем, он должен, по идее, накапливаться. Ребята, разлетается. Это кто пролетел? Возле меня. Реально, один выстрел и всем хана. Ты что имеешь против меня? Ничего, заходим в саун и посмотрим, что у нас там. Кто там будет? Город просто реально весь в аду. А если включить камеру еще, знаешь, а вот такую камеру. Камеру включим. Камеру хочу. А я смогу так ходить и отстреливать, интересно? А нет, я так не могу, видишь, жалко, так не могу. Ходить, знаешь, и расстреливать. Так, я вижу, бегут ко мне всадники. Ага. Пускай пока бегут, мы зайдем, выпьем пивко. Так, мне виски, пожалуйста. Виски куда? Бармен, бармен, ты куда? Обалдеть. Виски. Самый жаркий виски мне. А его нет, кто же убежал. Все ребята разбежались, а никто не... О, погоди, там прибежали ребятишки. А вот здравствуй, вот и я. Жесткий, дикий запад, он реально жесткий. Огонь, Артур. Обалдеть, ты видел, как в полете его вынесло. Кстати, можно замедлять время и посмотреть, как это будет смотреться, знаешь, при... Сейчас мы изменим погоду. Ух, моя шляпа! Ах ты, перец! Ты мою шляпу скинул. Бери ее, Артур. А изменим погодку, потому что слишком такая, знаешь, погодка. Нужна ясная погода. Вот, все горит. А лошади без ног, люди без головы. Я хотел, знаешь, изменить скорость. А, это не скорость игры, это, возможно, скорость, как я и говорил. Скорость времени. Знаешь, замедление времени. О, ребята прибежали. Здравствуйте. О, смотри, не хватило мне патрона, знаешь, чтобы дальше его подбросить так его и расстрелять в воздухе. Было бы обалденно. Раскидали всех. Они еще загораются. Они реально... Им жестко достают. Смотри, лошадка встала. О, нормально. Руку оторвало. Ох, май гад. Смотри, даже клочья тряпок видны, как они обгорают. Кто и где? Давай снизу, а потом сверху расстреляем. Во, так хотел. Нужно сделать полную зарядку. Во, тихо. Давай, пободайся со мной. Пободайся. Артур, у нас есть супер прыжок, на который можем нажимать и взлетать повыше. Давай, нажимай тут. Хочу на крышу. О, офигенное место для, знаешь, уже удобной перестрелочки.
О, шляпа новая. У, ковбой! Ты видал, как он подлетел, обалдеть! Не, ну такой реально только с моды. Воу-воу! Раза два и точно в него попал в полете. Бедную лошадку убили. Очинеть. Слушай, законники, беспредельщики, это понятно. Смотри, они... Какие отважные ребята пытаются меня, Артура нашего, поймать. Смотри, трава загорается. Погоди, шляпа горит! Шляпа горит, да, я возьму шляпу. Обалдеть, посмотри, как обгорел труп. Жесть. Такое нет в GTA 5. Ну, GTA 13 года, понимаешь, уже 7 лет прошло практически. Вау-вау-вау-вау, слева. Мою шляпу опять скинул. Добей его. А, он загорелся. Даже, знаешь, меняется палитра. Когда дым возле огня, палитра меняется. То есть цветовая гамма, видишь, ощущаешь, словно жар какой-то. Ты, бандит, что тут сидишь? Шляпа у тебя хорошая, вижу. Забирай, Вертер. Не стесняйся. Трупы не исчезают, это тоже здорово. Воу-воу-воу-воу, ты видал, какой стальт. Он живой, интересно, нет? А, сделал полную зарядку, Артур? Сделал. Давай, давай, покажи мастер-класс. Дикий-дикий запад. Жесть, это реально жестко. Он еще горит, он в полете расстреляли, еще и горит и орет. Это очень жестко. Так, погоди-ка, Артур, давай его просто зарежем сейчас и все. Да, знаешь, разнообразие. У него хорошая шляпа, мне нравится. Обалдеть, жесткая игрушка. 16+, друг мой, понимаешь? Шляпу не трожьте мою, это моя шляпа. У нас есть еще, понимаешь, мы угораем, но нужно еще что-то попробовать. Так, оружие. А, включаем, погоди, есть побольше взрыв. Ух, это уже, понимаешь, это не то. А, так, не то, мы это включаем. Это выключаем, во. Это поджог, это поджог. Это же зажигательные пули. Ну, это не то, видишь, они вроде поджигают. Воу-воу-воу! А почему не поджигается противник? Ну, им, походу, сильно достает. А, погоди, я хотел посмотреть, еще разрывные большие пули были. Вот, во-во-во. Вот-вот-вот-вот, смотри, как обалдеть. Мне нужен чувак, знаешь. Обалдеть. Слушай, знаешь, как это будет смотреться? А, сейчас тебе покажу, сейчас покажу. Во-во, бежит чувак, бежит чувак. Нет, не успел нажать. Я хотел, знаешь, стоп-кадр и посмотреть, когда все это, знаешь, замедляется. Где кто? Не вижу. Сколько трупов на экране? Обалдеть, друг мой. Ху-ху-ху-ху. Это, конечно, пожестче, но не то. Потому что все портит этот большой взрыв. Это уберем. Это супер у нас. Разрывные пули. Это зажигательные пули. Смотри, весь в грязи. А расстреляны, нет? Курточка нормальная, Артур, все в порядке. Как ты себя чувствуешь? Можно посмотреть камеру. Обалдеть. Весь в грязи, шляпа в грязи. Но крови нету, понимаешь, как, знаешь, у Терминатора. Расстреляна куртка, нет такого здесь. Но это и не нужно. Нет, такие пули не очень. Такие пули мне не нравятся. А мы это дело отключаем. Обычные разрывные в самый раз, понимаешь? Просто вблизи его расстрелять. Стреляй, Артур! В чем проблема? Какие-то проблемы. А динамит у нас есть, держи, держи. Мне не жалко. Артур, в чем проблема? Он не бросает, в чем динамит? Или в чем проблема? Атакуем с ножом уже его. Атакуй его так же вручную. Вдруг мы уже с тобой будем прощаться. Ставь лайкосик, подписончик. А если так не сделаешь, то Артур придет к тебе и сделает тебе то же самое. Ну, не только что. Только что. Воу-воу, сколько вам с ребятам? Ну-ка, возьми как револьвер. О, полетел. Обалдеть, шляпа на месте, значит, все офигенно. Друг мой, спасибо, что смотрел до конца. Уже увидимся с тобой в новых роликах по RDR 2. И, конечно, всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока.